у железнодорожников есть очень хорошее слово. Оно простое, но в нем такой очень большой смысл заключен. Это слово называется интеграция. Да? Вот интеграция очень важна. Интеграция, причем не в каких-то там политических или геополитических аспектах, хотя и это тоже очень важно. А интеграция такая, человеческая. Да? Чаще встречаться, чаще обмениваться, учиться у друг друга чему-то новому. Особенно, когда мы говорим про наш континент, про Евразию, да, где, с одной стороны, мы все такие разные, но, с другой стороны, нас столько много всего объединяет. И железные дороги с футболом, в первую очередь.